Всем привет! Вы на канале Савельчик. И в этом видео я покажу известный эксперимент Ментос в газированном напитке. Для него понадобится упаковка Ментоса, которую я уже ел, и газированный напиток. Беру Ментос, достаю одну штуку и открываю бутылку. Ментос. Извержение вулкана в домашних условиях. Ментос плюс газировка. Где Ментос? Где сам Ментос? А, он там, он на дне. Шипит. Но уже не так сильно. А что будет, если сразу две конфеты закинуть? Сейчас так зашипит. Не выливается. Тут немного пошипело, и я придумал одну шутку, ну или розыгрыш. Если взять Ментос, приклеить к нему нитку, потом сюда вот закрутить крышкой, и потом кто-нибудь придет, захочет попить, откроет, Ментос туда упадет, и все на него выльется. Надо попробовать. Я принес клей и нитку. Так, Ментос. Открываю клей. Заливаю клей на Ментос. И сверху кладу нитку. Теперь надо подождать, когда все это высохнет. Уже прошло минут 20. Надеюсь, что клей высох. Беру Ментос, хватаю за ниточку, отпускаю. Не приклеилось. Значит, надо взять клей и другой. Но у меня другого клея нет. Значит, приклею на скотч. Вот скотч я принес. Теперь беру ниточку, кладу на Ментос и приклеиваю. Вот, получилось. Проверка. Не получилось. Можно попробовать еще раз. Я принес другой кусочек скотча побольше. Также беру Ментос. Сверху прикладываю нитку. И залепляю все это скотчем. Проверка. Держится крепко. Теперь это аккуратненько нужно поместить внутрь бутылки, чтобы не касалось газировки. И
таким образом закрыть бутылку. Вот. Если открыть бутылку, вот, то ментос падает и начинает шипеть. Но так как отсюда уже все вышипело, то больше не шипит. Интересно. А на вкус это как будет? Газировку с ментосом. Сейчас попробую. Просто вода со вкусом ментоса газированная. Ничего необычного. Ну, а на этом все. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ждите нового видео. Пока.